Здравствуйте, коллеги. Retail Tech снова на связи. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте. Мы представляем компанию «Лента». Я директор по инновациям Караева Ольга. Меня зовут Дмитрий Куняшев. Я отвечаю за пилотирование инноваций в «Ленте». Инновации – это наша тема, это замечательно. Скажите, пожалуйста, как вам выставка Retail Tech? Насколько она инновационная, техническая и полезная? Это огромное счастье прийти на эту выставку, потому что здесь открываются безграничные возможности. Увидеть выступления профессионалов рынка. Б, это сумасшедший нетворкинг, и мы очень соскучились по физическому общению с дорогими старыми знакомыми и новыми людьми в отрасли. И обмен мнениями и опытом проходит не только на сцене, не только со сцены, но и в кулуарах. И это вторая, я не знаю, что даже ценнее, вторая ценность этого мероприятия. Уровень мероприятия, качество подготовки, материалы, все на высшем уровне. Спасибо огромное. Спасибо большое. Ольга, мы знаем, что вы были спикером нашей деловой сессии. Расскажите, пожалуйста, какую тему вы раскрывали, какой уровень дискуссии был? Мы сегодня говорили про фудтех. И на самом деле, дискуссия получилась очень интересной. Мы посмотрели на фудтех с разных сторон. Мы посмотрели на фудтех со стороны производителей. Мы поговорили о товарах, которые находятся только сейчас, и технологиях, которые находятся в разработке. Поговорили о трендах. Мы поговорили о том, что конкретные компании делают для развития этого направления. И, мне кажется, там нашли очень много общих точек соприкосновения, из которых родятся общие кейсы. И сегодня вот то мероприятие, когда поставщики, вернее, производители и ритейлеры говорили вместе об одном и том же и говорили про будущее. Это замечательно. И у меня такой вопрос. Очень много у нас на выставке представлено участников, которые привозят что-то новое, какие-то цифровые услуги, может быть, аппаратные решения для ритейлеров. Расскажите, что-то интересное для себя вы могли здесь найти? Мы держим руку на пульсе, поэтому приятно было встретить подтверждение того, что мы находимся в тренде. И отдельное спасибо за то, что были организованы стенды, на которых можно было физически и потрогать, и потестировать оборудование, и увидеть его в действии, с чем есть в данный момент ограничения там, то есть, при нашей всей удаленной работе. Скажем честно, то оборудование, которое мы искали, и коллеги нам его презентовали на картинках, презентациях, которое должно приехать к нам в ближайшее время, но мы его увидели здесь, на выставке, до того, как оно к нам доехало до офиса. Вы уже сделали правильный выбор, и еще до того, как оно попало к вам в руки, вы уже смогли его протестировать и повертеть в руках. Это здорово. Смогли тестировать, еще не тестировали, но мы его отобрали и увидели здесь живую. Замечательно. Отдельная еще ценность, то, что можно это оборудование смотреть вместе с коллегами из, там, например, других сетей и тут же обмениваться опытом и впечатлениями. Сказать, что технология вам не понравилась, вы такой точно не возьмете, но при этом заключить сразу огромный многомиллионный контракт и забрать всю партию. Проверим сначала гипотезу. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Отличный мероприятие. Спасибо большое.